Я и забыла, что сегодня пятница 13-е. Вот если бы вы не подошли, я бы и не вспомнила. Хорошо, мы хорошо относимся к 13-му числу. Я люблю 13-е число. Я думаю, что страхи выдуманы в голове у людей в первую очередь. Они не откуда-то извне приходят, а изнутри. У тех людей, которые в это верят. Я так думаю, что пятница 13-е это еще ни о чем не говорит. Это просто счастливый день. Так что пускай люди радуются нашему солнышку, нашей погоде и нашему городу. Я не суеверная, поэтому нет, наверное, не верю. А вы? Тоже нет. Нет, не нужно в такое верить. Я считаю, мы сами решаем, что и как будет. Если верить в это, то и будут привлекаться неприятности, а если нет, то нет. Я считаю так. Когда 13 число, я так подумаю иногда. И думаю, а мне на 13, кажется, везет. Ну, это просто предрассудки, наверное, какие-то. Сами себе придумали. Скорее, может быть, сама в голове своей соотношу что-нибудь с этим днем. И приписываю какое-то мистическое значение. Но максимум я споткнусь и припишу к тому, что это неудачный день, но спотыкаюсь я каждый день. Да на самом деле просто, мне кажется, очень многое зависит просто от нашего настроения и отношения ко всему. То есть, как ты себя ставишь, как ты себя настраиваешь, так и получается. Поэтому заведомо думать о чем-то плохом, ну зачем? То есть нужно, наоборот, думать о хорошем.